самый оптимальный вариант, когда вы делаете до микронидлинга, наносите на кожу, потом Дело в том, что там вот этот смоляной барабан, он обладает как бы свойством еще втаптывать. Mm-hmm. Дополнительно. Я вот так вот делаю. Но я еще делаю очень так. Легко делаю. Не надо. Знаете, некоторые делают и по 6. То как, да. У нас по протоколу 4 туда, 4 сюда. А, конечно. Доктор хороший врач умеет. Нет, я просто показываю, как мы делаем. Просто это разные... Ну, вот доктор делает с таким более, конечно... Вы с нажимом сейчас делаете, да? Ну, знаете, практически. Практически нет. А держать лучше как карандаш удобнее, это да? Как кому удобно. А, то есть там нет не принципиально. А мне кажется, что чем ближе вот к ролику, тем нажим все-таки сильнее физиологически. Чем когда вот на рычаг, да? Рычага, да, да, когда к концу так сильно сжимается. Если мне нужно сильнее, я просто угол чуть-чуть меняю и все. Да, ну там самое главное, когда вы ставите ролик, вы по одной и той же линии вводите, ни в коем случае, если вы хотите сместиться, не надо ролик на коже перемещать, потому что вы делаете сразу рваный канал. То есть вы должны снять его и сделать по одной и той же линии в разных направлениях. Потому что я видела девушку, у нас делают вот так, знаете, зигзагом. Обрабатывают все. Это значит, что вы сразу эпидермис начинаете рвать. То есть крест-накрест и по диагонали, да? Да. С двух диагоналей. Скажите, у вас протокол там это все... же желательно обходить? Что? Невусы. При обработке. Вот доктор Ланс, извините, что я на него все время ссылаюсь, он сказал, если у вас есть только подозрение родинки с непонятным генезом, то тогда да, вы обходите. Причем в радиусе плюс 0,5 мм. А невусы абсолютно, то есть никаких проблем. Более того, он сказал, что у некоторых пациентов они просто выходят. Вот красные точки. Ну, я бы не стала. Я тоже не стала. Ну, у человека 5 или 7 лет опыта. Он сам, у него маленькая раковая... Как он додумался до этого метода? Рак кожи был на лице, на щеке. Вот есть в презентации на фотографии. Вот, и он работал термороллером по нему. С чего все вообще началось? Вот кто придумал? Термороллером. Интересно. А? С чего вообще все началось? Вот это все началось правильно. Как мы сейчас мы к массажу относимся и к рефлексотерапии иглами. Вот в Японию приезжаешь, кажется, рефлексотерапия, массаж так органично, а у нас это как-то не очень популярно. Ну да. У нас чтобы чувствовать. Это еще с позапрошлого века стали делать микроигольную терапию и микроигольную дервообразие. Еще такой сухой нигель, так называемый. Вы считаете по 8 раз? То, что без препарата. Я не просто делаю вот по 8 раз, не просто так я делаю. Я делаю так, как я делаю, когда я вижу уже по ткани, что с ней происходит. Вы закладываете лицо. Уже это вот условно же 4 раза там произойдет. Вы закладываете уже на шею лицо или шею ткань. Потому что, насколько у вас пациент, вы просто рассчитываете. Вы должны сами, понимаете, мы вам даем рекомендацию, сколько стоит у вас процедура по лицу. 3,5 мл вы можете, если вы 2 раза накладываете препарат, вы можете на лицо шею декольте сделать. А если вы 3 раза накладываете на лицо, наносите, то вам хватит только на шею и лицо, потому что он впитывается просто. Но если вы делаете препарат шеи и лицо и делаете дополнительный декольте, вы получите тоже очень хорошую результат. Хотя бы даже единожды носите какие-то. Нет, ничего. Ничего. Здесь другое воздействие, там другое воздействие. Там это все. Она уходит, допустим, даже если взять половину лица, да? На красное, как будто вот из бани только что, и даже с таким же начинающим сильнее, да. А мы делаем, вот понимаете, у вас есть выбор, в том числе и по прайсу. Вы делаете либо косметический, деньги, так или иначе, как бы состояние кожи, ее текстура меняется. Но у вас девушка вот в течение недели видит результат. Если вы делаете медицинский, то это отдаленный результат, долгосрочный, очень хороший. То есть медицинский раз в 2 недели. Да, и рекомендую. Да, нет, медицинский раз в месяц. Медицинский раз в месяц. И задорого. И фотографируйте своих клиентов, настоятельно вам рекомендую, потому что у нас есть одна девушка, которая вокруг... Сколько
сколько лицев ставить? Раз в месяц. По цене? Ну вот у доктора 8 тысяч. Это лицо шеи в Канаде 500 долларов. А у вас? Считай, раз в месяц 8 тысяч, очень мало. Не, даже не скажу, мы поставили, мало? Сколько мы там поставили? Процедуру это делать раз в месяц, конечно, мало. Там от 4,5. А вот у вас есть здесь трассе? Ну, мы исходили из того, то есть этот прайс сформирован в нашем отношении к мезотерапии. То есть как бы мезонин это замещает мезотерапию. Мы исходили вот из этого вопроса. Там 5-6 тысяч, от 4,5 до 6 тысяч. Они же любят долго лежать. Но к вам 6-8 тысяч вам не будут каждую неделю. Нет, для медицинского раз в месяц это мало 6-8. Да, но с другой стороны, вы не должны, то есть у вас как бы градация, вот как в Японии, градация цен, там это 15-20 минут, это с таким-то препаратом, это с таким-то, чтобы не нивелировать процедуру, потому что в принципе микронидлинг это медицинская процедура. Действительно, как его в кровь, когда медицина, что ли? Ну, только если делаешь ей шприцом, у нее моментальные синяки и травмируются сосуды. Нет, синяки вряд ли покраснения. Сколько только она станет. Не за роллером? Да. Да, а если вы иглой делаете, то да? Конкретно. Так, ну что, пойдемте, доделаем. А в домашний уход крем какой рекомендует? Крем, чтобы значит, смотрите, здесь вы закрываете процедуру стем пептидным кремом с содержанием растительных стволовых клеток. А домой вы отдаете витамины с пептидами крем. Он менее интенсивен. Вот, он дает очень мягкое увлажнение, мягкий уход и питание. То есть там сыворотка.